Выживание на Ирландии продолжается, и на этот раз нас наконец-таки ждет рейд. Считайте, не я нашел дом для рейда, а сам дом нашел меня, чтоб я его зарейдил. У меня ведь есть Тимбервульф и небольшой запас рейд-патронов. Всем привет, с вами Теспи и вот эти ребята с Бусти. Всем приятного просмотра и аппетита. А спонсор этого видео – проект, где вы можете сражаться за РФ или США. Enjoy War RP. Тут вы начинаете за одну из сторон, выполняете приказы командиров и участвуете в битвах на горячих точках. И это все на большой карте, где вариантов развития событий очень много. Ссылка на проект в описании. Ну что ж, продолжаем выживать. И знаете, какую мне подлянку устроили за эту ночь, которой у меня не было? Мне застроили вход. Но я, правда, уже прорубил там, я не знаю, штук 5 пластин уже снял. Это просто ужас. Какой-то чертило. Взял, застроил мне дом. У меня бензопила уже 0% из-за этого. Это просто ужас. Я вот действительно не понимаю, зачем так говнить? Что я кому сделал? Зачем мне застраивать дом? Я не понимаю. Я совершенно не понимаю, зачем вот так вот делать. Это просто ужас какой-то. Так, давайте мы двустолочку вот так вот. Мужик, вот так вот. У нас из оружия, если что, особо нечего взять. На все патронов нет. Как бы пушки есть, но патронов, к сожалению, нет. Так что приходится выкручиваться так-то. Можем, конечно, сделать самоделочку. И самоделочка бегать, потому что на сервере как бы 45 человек. Это просто жесть какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я надеюсь, на кампграунде я найду себе патрон на двустолку. Я так плотненько полутаю этот кампграунд. Надеюсь, хотя бы 2-4 патрона я найду. Так что погнали, мне заодно еда нужна. И всякие такие ништяки. У меня сосед за ночь нарисовался. Интересно. Интересно. Причем, что там, железо какое-то? А, вход в дом вот тут вот. Так, ну это, слушайте, у меня есть Тимбервульф. Можно, в принципе, там животных поубивать или металл продать. Купить патроны и зарейдить это дело. Вот тут вот это рейдится очень просто. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, в 45 человек рейдить такой, конечно, такой себе. Вот, получается, мне сосед это подговнил, да? Просто жесть. Зачем? Он что, думает, то, что меня так остановит или что? Наоборот, меня больше разозлил. Теперь я точно хочу его зарейдить. Ой, тут самолет есть. Да, закрытый самолет. Вау, блин. Самолет, на самом деле, бы мне очень сильно пригодился, чтобы ездить в эти в безопасные зоны. Это было бы безумно круто. Это было бы и быстро, и круто. Мне нужна отмычка. Вообще, я хочу противогазы. Я хотел в этой серии именно не по квестам пройти, а чтобы чуть больше локаций изучить. Это противогазы. Я хочу в Dead Zone сходить. Залутать побольше противогазов. А для этого нам надо утать город. Ну и в городе, кстати, можем найти отмычку. И еще хочу зайти на заправку. Где у нас заправка? Заправка. Вроде бы где-то тут заправка. Вроде бы если вот так вот. Я могу ошибаться. GPS-ик бы. GPS-иком было бы понятнее. Где тут... Вот заправка, возможно. Вот это вот, возможно, заправка. GPS-иком сразу было бы все понятно. Но там желтая. Вроде там даже цвет показывает, если я не ошибаюсь. Там можно было бы зазумить, и все было бы видно. Ух ты! Это что за заготовка такая? Ё-моё, вы чё, психи, блин? Жесть. Это за ночь столько всего пришло? Обалдеть, конечно. Ситуация кардинально поменялась с моими соседями. Вот это да. Кстати, там есть полицейская машина. Вот он ее закрыл. Она без колеса и без аккумулятора. Я не знаю, пока что ее ставил. Мало ли пригодится. Это у нас не заправка рядом со мной. Это депо, к сожалению. Вау! Вот это я взлетел, конечно. Вот это да. Неожиданно, конечно. Я думаю, так на Полярисе только можно. Давайте отправимся в следующий город, который больше в центре карты. Еще есть Дублин. Ох, это тот самый мост с мегазомби. Это город. Судя по всему, что мегазомби стоит. Вообще никого нет. Вот это шок. А сколько? 43 человека. Ну, странно.
никто мегазомби не убивает. Сейчас мы убьем мегазомби, можно сразу сейвить идти. Так. Вот как зомби проваливаются под землю. Разработчик карты, посмотри внимательно. Вот так они и проваливаются под землю. Вот так вот и все. Просто от того, что зомби проваливаются под землю, из-за этого очень сильная нагрузка на серверную машину. Так, ну тут есть еда зато. Это меня очень радует. Так. Тут я вроде бы все самое ценное залутал. С той стороны, может, пожарка есть какая-нибудь? Причем мегазомби я буду прямо сейчас убивать. Так, огненного надо убить. Хорошо. 10 патронов. Очень нужные мне патроны, кстати. Зомби-зомби, давай. На наше любимое место. Все, надо только молиться, чтобы меня не убил никто. И колупать этого зомби окупается он долго. Так, все. Блин, там человек стрелял. А что, дерево срубилось? Зомби его срубил. What the fuck, он может своей штукой срубить зомби своим камнем? Я не знал, конечно. Я не знал, что такое возможно, блин. Ё-моё. Ну, пожалуйста, все уже пора бы. Как я боюсь этой двустволки, это жесть. Ага, вот он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, все нормально. Все! Ужас. Так, я надеюсь, то, что он не пойдет сюда, он будет их лутать, еще быстренько мегазомби убью. Где-то он идет сюда. О, боже мой. Твою мать, какая же... У меня всего 2 патрона на дробовик осталось так-то. Какая же неприятная ситуёвина. Не дадут мне просто так мегазомби убить. Ай, давайте сюда пока что. Пересидеть. Так, давайте. Мегазомби я отсюда не достану, конечно. Так, вроде тот чел ушел. Блин, они там еще тусуют, ну давайте. А это опасно. Это супер опасно, надо его отманить. Так. Так, тихо. Ребята, на что не пойдешь ради... Его зомби зажали! Его зомби зажали, не может отойти! Ну и главное, чтобы они не пришли. Видите, он сейчас отходит, он не может отойти. Жесть. Так, готово. Теперь надо... спасти зомби. И залутаться быстро. Хорошо. Там аук. Аук. О май гад. Еще стреляет. Не все, это надо отсейвиться. Сейчас еще отмычку чекнем. Так, это у нас одежда. Петролы какие-то, типа заправка, я не знаю. Все, валим отсюда. Да, спокойное место, да, конечно, спокойное. 2 раза оно спокойное, блин. Патронов еще нет на двустволке, последние 2 штуки. Не хочу быть без патронов.
Да и в целом, я на самом деле, вот я еще смогу АУК взять, я его не могу взять на самом деле, потому что на АУК у меня также патронов немного, но зато еще одна пачка рейд патронов. Так-то, на самом деле, можно попробовать зарейдить с помощью Тимбервульфа. Но если меня услышит какой-нибудь заутыш, то моему дому хана. Но с другой стороны, это рейд вообще на острове, далеко-далеко от всех. И мало кто подходит. Так что хз. Спорный момент, конечно. Я еще подумаю. Не знаю, все время стыкую, на самом деле, рейдить, когда такой большой онлайн. 7 патронов. Так, а мне 2 берета выпало, спасибо. О, у беретов 11% защиты, кстати. Они как шлем. Нормально. Слушайте, их тогда сохраним. Я могу соседа зарейдить, блин. Может, пофиг? Зарейдить? Что будет, то будет. Опа. Человечек. А у нее ничего такого нет. А, у него вообще ничего нет. Блин, бедолага. Какого-то адвоката убил. О, да. Наконец-то. Наконец-то я пополнил запас. О, да. Вот это мне нравится. Так, все-таки я решился. То, что я пойду сейчас рейдить. Сейчас еще темнеет. Так, нужен инженер второй, чтобы починить нам Тимбервульф. И горелочка. Горелочка, так, у меня там. Родная. Опа-на. Ну, я подготовлюсь. Подготовка будет такой, что я скрафчу сейф и рядом с рейдом поставлю сейф, чтобы если что, если вдруг кто-то придет на антирейд, я положу в этот сейф, получается, свой Тимбервульф, и чтобы у меня были хоть какие-то шансы отдефаться, если вдруг меня убьют. Так, рейд патроны, получается, объединяем, заряжаем, объединяем. У нас 43 патроны плюс 6 49 43, сколько там, я уже забыл. О, боже мой. Да, 43 плюс 6, это да, 49. Ну, тогда была не была, получается. Отправляемся на этот минус нервы рейд. Не знаю, для меня это сыкотно немного. Так, вот я ставлю вот так вот. Сюда рейд патроны. Так вот положим. Пока что у нас одна коробка на 20 осталась. И тут где-то я мог остановиться. А, нет, я тут не могу встать. Ё-моё. Ну тогда, блин, я тут даже лечь не могу. О, да ё-моё, вот сюда вот надо будет бить. Хочу один выстрел сделать и посмотреть, сколько сносит. Так, блин, я не могу тут прочекать. Ладно, будем стрелять, главное, что оно рейдит. И это обычная стенка и должна пробиться. Так, все, пробил стенку. Надо посмотреть. Вроде никого. Так, ну давайте. Ага, тут у нас сразу ящики дерева. Ага, писмейкер. Сколько патронов? 6. Тут 30, отлично. Мне патроны очень нужны. Еще один рейд патрон даже. Так. Два спальника. Так, это я сломаю уже потом. И второй этаж тоже надо прорейдить. Так, ну давайте. Хорошо рейдить Тимбервульф на самом деле. Я чуть меньше 20 патронов потратил. Даже, может, патронов 15. И прорейдил эту стенку деревянную. Так, все пробилось. Это сюда. А, у меня Тимбервульф уже поломался. Мою. Вот это, конечно, неприятно. Так, сюда, пожалуйста, прицел вот такой вот. Вуду! Это Вуду! Ты Вуду меня застроил, что ли? Вуду, Вуду. Кто-нибудь тиммейт? Анаметский. Анаметский. О, 100 патроник, 2 бензопилы. Ребята, не надо было меня застраивать. Блин, Вуду я знаю, это хелпер, блин.
напишут постанова, хелпер помогает, оставил рейд-лут. Так, еще и патроны есть для меня. Отлично. Так, что у тебя? Блин, хорошо, алиспак. И кирка. Откуда вы это все берете? Почему я так долго не мог кирку найти, вы ее нашли? Так, надо убивать. Первый рейд. Блин, у меня ноль еды. Сейчас главное проверить, чтобы ко мне никто не подошел. Что за белые призраки? Вроде бы никто не плывет. Слушайте, тут относительно реально безопасно рейдить. Это мне очень нравится. Валим, валим, валим. Надо отнести, засейвить ут. Тимбервульф у меня там еще стоит. Боже, первый рейд на Ирландии. Обалдеть. Насчет этих броников, не знаю, они тяжелые, блин. Не хочется мне их на самом деле даже держать. Пока что держим. Получается, они захотели поселиться на моем острове, застроили меня, чтобы типа они меня так остановили. И в итоге... Мне кажется, я знаю, кто теперь будет мой... Блин, я не взял бензопилу. Я, походу, знаю, кто захочет меня зарейдить любой ценой. Это как раз-таки Вуду. Вуду этот. Значит, надо побыстрее строить, на самом деле, хоть какую-то защиту из металла. Хоть как-то. Чтобы защититься от них, от их нападков. А то нападут и все. Я хочу признаться. Знаете, какой я дом хочу построить? Под водой все-таки. Под водой и даже, возможно... Ну, короче, не буду сильно вдаваться в подробности. Под водой хочу построить. Так, что у нас тут еще было? Много ткани. Ага. Ну, хилочки. Хорошо, наушник. Еда, вода. Тоже брони, хорошие штаны, тоже бензопила. Все, этих соседей мы выселили. Этому я очень рад. Но надо задуматься, конечно же, все-таки о своем доме. Это я наушник подобрал. Только что со слипера. Ай, блин. Ребят, напишите в комментариях, хотите, чтобы я бегал с наушником или нет? Конечно, кадры такие встречаются тоже. Так, у меня есть немножко водички, надо пить. 5%, 25% радиации. Так, ну... Более-менее. Мог вылечить, кстати, водичку, я этого не сделал. Ну, я думаю, ничего страшного. Ой-ой-ой, медицины много, хорошо, такое мне нравится. Ой, так у них еще вода была нормальная. Обалдеть, я вот только что сейчас заметил. Жесть у меня, слушайте, вообще хорошо все. Вот еще. Шикарно. Просто шикарно, все остальное можно оставить. Так, Иглфайр я не буду брать. Я не буду брать. И, наверное, наук у меня недостаточно пока патронов. Хотя есть, конечно, 100-патронник. Но из-за того, что у меня на двустволочку пополнились патроны, я этому очень-очень рад. Погоняем пока что с двустволочкой. Все, надо будет обязательно потом с киркой побегать. У меня две кирки. Надо обязательно подобывать металл. Это прям 100% надо делать. Итак, надо еще Тимбервульф засейвить так-то. Там Тимбервульф сейфом до сих пор стоит. Так, надо горелочку взять, потому что там подгнил наверняка уже сейф. Я его забрал себе. Так, чиним. Забираем. Все отсюда поднимаем. Добро. Слушайте, прям очень хороший рейд. Прям очень много всего полезного, что мне надо. Очень сильно надо. Решил еще провести небольшую ревизию. Объединять патроны, потому что, блин, они так места много занимают. Например, зарядить 100 патронов, коробки будут меньше места занимать. Вот это вот зарядить. Вот так у нас уже... Все, считайте, видите сразу, сколько места добавилось. Мы вот так вот складываем, вот так вот складываем, вот так вот складываем. 100 патронику, ровно 100 патронов, шикарно. Вот так вот. И еще вместе с этим, например, избавиться от ненужных магазинов. Бульдог, Кобра и Спортшот. Мы получаем патроны. Так, это с бульдога 33 рейнджеровских, прекрасно. Слушайте, очень вкусно. Так, и вот эти вот патроны мы сюда вот складываем. То есть у нас небольшое пополнение. Конечно, можно было бы еще зарядить барабаны на револьвер, тут зарядить. Но это уже мелочи, они особо не сыграют роли. Самое главное, что чуть-чуть больше места стало. Ради этого я все это и затеял. И еще один момент, немаловажный, который надо сделать. Надо
собрать оружие. Вот это. Вот это. Место еще есть. Место еще есть. Что еще? Вот это. И все это добро полечить. В первую очередь Тимбервульф. Потом эту штуку. Двустволочку. Другую двустволочку тоже надо полечить. Так, эту двустволочку лечим. 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 Чтобы пушки были 100%. Блин, а чем ты заряжаешься? Хера ты быстро перезаряжаешь. Так, рейнджеры. Рейнджеры не подходят. А ты можешь милитари магазины вставить? Обычные там 30 патронов или 100 патроник? Нет, 100 патроник не может. Так, заряжается ли милитари? Да, милитари магазин. Напомню, нам нужен противогаз. Тут я что-то пожарки не нашел. Давайте отправляться в трейле. Но это вообще жесть. Я на самом деле вот эту вот часть не заутал. И вообще мне этот город понравился, потому что можно найти военный лут. Это самое главное мне сейчас. Если я себе пополню запасы патронов, это будет волшебно. Если я смогу, например, с Аугом снова ходить. Да этот волшебник делся, я не понял. А вон он, вон он, вон он. Ё-моё. А их двое? Хера они, конечно. Вот хорошо, что я так не пошел. А это кто? Это мои соседи или кто? Какие-то они очень скрытные. Не знаю, они вот попикали тогда, когда я на них смотрел. Они на меня смотрели, и все, они как будто испарились. Что-то мне подсказывает, что они с города ушли. Каким-то... Так. Нет, зомби просто. Что они с города ушли какими-то, я не знаю. Ну, куда-то в ту сторону. Мне, в принципе, туда не надо. Блин, мне бы их пушки пригодились очень сильно бы. Так, а, кстати, эту радиовушку я чинил. А, ну да, если она так пикает, наверное, я ее чинил. Я проверю, заберусь, мало ли. Так, я получается, починил вышку на юге. Да? На юге. Она, а вторая где-то на севере. А как она выделена? Видно вообще на мини-карте? Да нет, слушайте. Фига, тут дом просто разнесли в хламину. Да, вот такие вот дома, они улетают просто очень быстро, которые стоят в таких вот около локаций мест. Ух ты! Я тут что-то нычку нашел. Сколько хп у нычки? 100 хп. Так, я срублю спальник, чтобы он гнил. И может быть, я запомню это место. Может быть, я приду до рейжа. Если, конечно, это останется. Понял. Какой-то чел, только не понял, с чем он. А он даже меня не смотрит, чего? Где тут подъем на второй этаж, алло? Господи, где подъем на второй этаж? Вот он, подъем на второй этаж. Да это что уделось? А вон он. Как он меня не видит, он вообще меня не смотрит. Вот ты. Блин, я могу его зарашить, но это супер странно будет. Он как будто меня байтит, знаете? Это был мой шанс. Все, его спугнул. Да не попадешь ты в меня. Я вот так вот сделаю. У меня тут щит, видишь? У меня тут есть щит. Вопрос, есть ли у него друзья? Блин, какой же он фриш, да, ребята, ну почему у меня нет ничего? Я лук разобрал, это была моя ошибка. Боже, это просто жесть.
Смотрите, он просто, я не знаю, у него патроны закончили. Он как будто меня байтит. Он как будто меня байтит. Как он меня не видит? ВТФ. А что это было? Вы видели, как он вылез? Он как будто меня реально байтит. Хитрый чел. Он очень хитрый. Он специально делает все, что меня не видит. Там, знаете, по какому зрению вот так вот смотрит. Что, где я? Жесть, какой хитрюга. Какой хитрюга, вы только посмотрите. Блин, а сейчас я его потерял. А, вот, вот он. Я не знаю, ну как это? Не, он у меня видит, да? Сейчас он меня точно видит. Смотрите, он в сторону смотрит, ВТФ. Может, он дурака зайдет сюда в дом? Мне бы очень хотелось, если бы он так сделал. На дурачка. Но знаете, он что-то не особо торопится заходить. Сейчас он меня заметил. Все, он меня выцелит. Нет, все-таки он реально меня не замечал, что ли? Че, он такой сконцентрированный, вы посмотрите. Опа. Он реально меня как будто не видит, ВТФ. Ну, к нему вообще никак не подойти. Просто жесть. Да. Блин, он знает, что я на ближней дистанции хорош. Вот так вот. Да кто там стреляет с гвоздомета? Это он? Ой, сколько бинтов. Нормально еще. Вот какой-то труп тут. Это он стреляет сквозь дымят. Я не понимаю, как мне его убить. Просто танцуем тут пока что. Ой, больно. Кстати, есть вариант один. Есть вариант, я вспомнил. Блин, у меня до этого так на ладони было. Это было очень близко. И зомби, как назло. Да иди ты в пень-то. What the F? Какой-то чел еще пришел. Боже, какой-то подсосался. Я не понимаю, как я вообще станцию с бубном тут просрал. И что, он и этого убьет? Убей хотя бы этого чела. Так, на хум быстренько сюда возвращаться. Боже, как же тяжело, когда нет дальнобойной штуки. Это просто ужас. Ну ничего, на ошибках учится. Но в такие случаи надо реально... Чё я сразу про этот кит ВК не вспомнил? Когда у меня прям на ладони был кучу раз. Так. Зашел сюда в здание. Нормально. Ну, это вроде бы не тот. Хотя хз. Так, ну зато мы получили много военных патронов, потому что тут даже 24 есть, то есть больше 30 патронов военных. Так что считайте. Неплохой не камбэк, а кэшбэк с нашего лута получился. Да.
Так, а это интересно. Боже. Как это тупо сливаться так. От того же челика, кстати. Он, видите, он все время на сладкое приходит. Он приходит именно в моменты, когда я отвлечен, когда он, блин, у меня позиции нет. Как-то ему так везет. И что в той ситуации, что в этой. Очень везучий чел. Хочу взять Eaglefire. На самом деле. Вот он убежал, вот бежит, вот он бежит. Вот и бежит туда. Может перехватим, может он с моей стороны живет. Хочу взять Eaglefire. Вообще, на самом деле, хочу вот этого взять. Но это надо чинить. Я не починю. Давайте Eaglefire. Оу, ноу, снегопад начинается. А я голый, с Eaglefire. Буду сейчас вздыхать просто от холода, от голода. Жесть. Чё такая темень? Сразу. Ужас. Ну вот. Сейчас онлайн будет падать после такого. Там, ну капец, да-да. Опа. Чел. Надо отвести. Не хочу с ними разбираться, я уже заколупался их долбить. Сейчас, смотрите, снова этот чел придет. Так, кстати, гения этот нормально. Так, ну такой кэшбэк нормально. Это хоть что-то на самом деле. Хоть как-то можно жить. Теперь можно сваливать тогда. Машина. О, слушайте, сюда аккумулятор вставить и поедем. Поехали. Так быстрее доедем. И, кстати, мы в машине не замерзаем. Это еще один плюс. И машина... Смотри, сколько места в машине. Кайф. Так, я не понял, а что он не едет? Не понял. 10 км в час. Что такое? Ты едешь по дороге. ВТФ. Я пешком двигаюсь быстрее. 8 км в час. Что это? Почему так медленно? Типа она в горку еле заезжает или что? Это бред. Обычная нормальная дорога, асфальтированная. Ну, сейчас давайте мне хоть интересно доедем вот до этого спуска. На что реально будет ехать 6 км в час? Трэш. Это тотал бред, я не знаю. Вот мы уже спускаемся, ну. Едешь быстрее? Что за бред? Почему она не едет? Ладно, снимаю батарею. Я не знаю, это тотальный бред. Я не понимаю, почему он и не едет. Ну ладно, мы там, возможно, еще чуть заезжали в горку. Но все равно она не должна так ехать. Жесть, буря душит, конечно. 58 хп, вернулся уже 30 онлайна. Буря, конечно, подкосила онлайн. Так, два топора, зачем мне? Вот так вот кушаем, нямкаем. И на этом серию будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал. 3000 лайков ставьте для продолжения. Встретимся в новом видео. Надеюсь, следующее видео будет удачней, чем окончание этого видоса. Так, ну, на этом прощаемся. Все. Всем удачи, до скорых встреч.